Хау! Я Игорь. И сегодня обзор китайских закусок с AliExpress. Их пришла ко мне целая коробка, но, как обычно, ко мне приходят в коробке там 40 одинаковых закусок, да, с которых я там две штучки пробую и все. В этот раз пришла коробка, и в ней почти абсолютно все разные закуски. Вот так вот, приблизительно, и там еще другие какие-то есть. И сегодня я взял вот 4 штучки попробовать. Цену я не буду указывать, потому что она цена за коробку. Ссылку в описании оставлю. Это цена за всю коробку, и в коробке их будет, там, не помню сколько, там, может, 15 разных всяких. Может, 10. Где-то так. Но они все разные. Итак, давайте начнем пробовать по одной. Сегодня будет 4 вида. И первое, это у нас вот такие вот. Непонятно. Похоже на лапшу быстрого приготовления. То ли казинаки. И нарисованы здесь у нас раки. Со вкусом раков, что ли. Какие-то китайские закуски раковые. Придется прибегнуть к помощи моего помощника. Или моей помощницы. Крошка, она моя. Моя помощница. Итак, вот они. Эти. Из лапши быстрого приготовления казинаки. Ну тут что ли лапша быстрого приготовления? Ну видите, вот так вот они выглядят. Ну похоже, да, на лапшу быстрого приготовления. Сейчас будем пробовать, вообще лапша это или не лапша. Пахнет. Пахнет лапшой. Не пойму. По-моему, лапша. Да, что-то такое раковое есть. Не остро. Прикольная. Прикольная штучка. Под прохладительные напитки на вечерок вообще зайдет на ура. Сушничок будем убивать. Так, вторая пачка. Здесь изображены у нас эти китайские карапузы. И это чипсы какие-то. Но нет изображения, с чем они. Может, из-за того, что это с карапузами. Что-то тут, видите, на праздник. Микроволновку. В кофе. А, с кофе может приготовить. С приготовлением, с чем-то приготовить можно и так чисто на праздник, украшение для торта. Высыпаем в тарелочку. Что-то наподобие чипсов, да? Вот такие вот чипсинки. Симпатюшные, в принципе. Похоже на как кукурузные палочки, только очень твердые. Немного остренькие. А вот с каким вкусом понять не могу. Но вкусные. Прикольные штучки. Вполне съедобные. Шмучок пьем. Если интересно, как я все это нахожу, то ссылка в описании есть на мою группу в ВК и на мой телеграм-канал. Подписывайтесь. Ну и жмякните лайк с комментарием, конечно, бы тоже не помешало. Открываем. А, да, надо же глянуть сначала. Тут у нас, короче, изображены какие-то китайские работяги, которые в баре или где-то, где-то в таком-то месте сидят, руками разводят. И радуются. И тут еще бычки, бизоны или буйволы. Кто это? 22 грамма. Короче, непонятная какая-то штучка. Из буйволов или бизонов. О. Кажите, это глютеновые полосочки. И смотрите.
Видите, сколько перчика на них? Пахнет прям яро специями. Да, глютеновые полосочки. Они прикольные. Классно. Правда, острый, но терпимо. Ну и последний на сегодня. Закусочка последняя. Вот такая вот пачка. Там есть еще одна такая, ну, по-моему, красная. Я говорю, коробка. Если хотите дальше посмотреть, что там есть, то подписывайтесь, колокольчик ставьте. И вы точно узнаете, что там есть. Нанджин Ганьян. Пахнет как прикольно. Что тут у нас? Какие-то... Кошачий корм. Это китикет. Или вискас. Вискас. Мягкие подушечки. Смотрите. Какие-то непонятные. То ли это сухарики, то ли какая-то выпечка. Ну, смотрите, симпатичная так-то. Давайте попробуем. Даже не знаю, как вам писать. Что-то похожее на сухарики, но не хлебное, кому-то из теста. Мы специально вот такие сделали. Не классно. А вот как хрустят. Они обалденные. Они прям классные. Вот такие разнообразные закуски приходят в такой коробке. Как мясные, так и какие-то. Выпечка, что ли. Ну, очень интересные, вкусные. Первый раз вкусные закуски с Алиэкспресс, действительно. А то постоянно приходит какая-то соевая ерунда. И непонятные осьминожки. Кстати, ролик вот здесь будет про осьминожки. Так что советую вам заглянуть, посмотреть, если интересно, заказать. А самое главное, помните, что не вещи красят человека, а то, что у него внутри. Чао! Все ссылки на товары и на мои соцсети в описании. Спасибо всем, кто подписывается, оставляет комментарии и ставит лайки.